А я прям, блядь. Бля, вот это просто пиздец, нахуй. Вот это, ну... Блядь, на самом деле я даже не знаю, что хуже. Такая, я чисто люблю члены вот во все руки брать свои. Сюда. Реально, есть такое ощущение, что как в мультиках, когда есть на одном плече ангелочек, а на другом плече демон. Это я. Пиздец. Пиздец, блядь. Это он так к концерту подготовился? Надеюсь, его туда не впустят. Да, кейк с концерта. Алло, ребята, привет! Здравствуйте. Милен, я дал тебе 200 рублей. Показывай, какие самые хайповые сочные эмоции. Давай. Сочные. Давай, давай, давай. Сочные си... Ну-ну-ну-ну. Ну, сейчас смотри так. Угу. Смотри. Смотришь? Сейчас, подожди, подожди. Да я думаю, пошли на башню, близнец. Давай, давай, давай. Наверх, куда? Давай. Блять, вы можете привязать, я не знаю, Еку, сука, когда в Майнкрафт веревки добавят, как в Red Dead Redemption, чтобы нахуй человека привязать, блять, к столбу, ёб твою мать, блять, чтоб я тебя не видел, можно сделать так, нахуй? Алло, ты где, Милейн? Я в Ниаре. А Милейн, видимо, все. В смысле? Он кончился. Заскамил он 200 рублей, съебал. А, вот. Милейн, пойдем. Алло, что за гандон, у меня интернет крашен. Все, давай, подожди, пойдем. Подожди, сейчас срок лицензии Windows истекает, пошли. Что? Не знаю, мне пишет срок лицензии... А, давай я сразу покажу, пока есть время. Ля-ля, подожди, стой. Очень круто. Подожди, притормози, я спереди на тебя посмотрю. Ля, это типа бежит с мечом? Да. Охуенно. Возьми в другую руку. Так будет не очень, по-моему. Не-не, как будто, знаешь, он на руке держит и готовится. Но если бы оно назад было, оно не будет назад. Да. Не, ну почему кинжал там назад смотрит? Блин, ну это хайпово, реально, с оружием бежать, это круто. О, точно, в здании ФБР, чтобы этого гандона убили. Какого? Посрать на запретку. Какого? Да я не знаю. Ладно, хорошо. Ну какого там? Блин, ну ты очень стильно бежишь. Прям модно, реально. Genshin Impact эмоция. А, хуета, говна кусок. Какой? Это вообще видно, из клинка рассекающих демонов. А, еще хуже аниме. Да, ты говорил, что это аниме мегатоп. Я, блядь? Да. Нет. Да. Нет. Это там, где демон такой этот и брат. Так, ну давай, показывай. Так, давай. Угу. Так, давай, выдадим. Так ты это видел, да? Угу. Это то, да. Что... Подожди, оно же останавливается, да, на время? Да. Подожди, а есть получение пиздюлей? Сейчас, стой. Нет. Сейчас. Нет, это... Сейчас. Это очень сильно. Давай, У тебя кал какой-то полный, убери это говно. Бей меня еще раз. У меня вот быстрее. О. Да только не бей по-настоящему, еще раз. Да, покажи еще раз. Да, крутая. Но что-то руки прям отрываются жестко. Так, давай дальше. Еще. По Некселю. Это говно эмоцию. Короче, сейчас... Дай мне свой бесплатно пак. Я не буду пак давать. Тича, да. Я его купил за 200 рублей, я тебе солью, брат. Не Всё, надо. Спасибо, брат. Не надо гандон вычерчивать. Мы с Тичей скинулись по 100 рублей. Неправда. Да. Да. Пиздец, зажмотил 200 рублей целый год не давал, а сейчас дать 200 рублей через силу только. А что ты зажмотился ради своих жителей города не дать пак бесплатно? Мы бы твоей рекламой были, Милян. Мы бы все эти эмоции использовали и бы все... Подожди, почему там пенис? Да чё за гандон в меня стреляет стрелой замедления? Вон стоит. Вон он стоит. Вон там идиот какой-то стоит, стрелами замедления стреляет. Так, ну давай дальше. Пиздец. Так, смотри, пиши в поиск мультивселенной и зацени новый цветокор иконок. Раньше был розовый, а сейчас фиолетовый, такой сочненький, хороший. Мульти... Нихуя не изменилось. Почему? Ну ладно, нормально, да, у меня тут дохуя мультивселенная, окей. Так, чё тебе показалось? Так, ну... Блин, аниме скип, да? Нет, все, показывай, ну давай, ну, блядь. Ладно.
Сейчас смотри. А ну еще раз. А ну подожди, давай. Ай, бля. Не, неплохо, хорошо, хорошо, прикольно. Так, что еще есть? О, тебе боевая поза такая? Да. Это там какое-то аниме есть, там где качок тоже, как Джоджо. Да, боец Баки, да. Прикольно, прикольно, да. Прикольно. Сейчас, ага. Подожди. Я ставлю. Давай. Так. Сейчас я ставлю. Вставь. Все, ну. Так, это танец. А почему такие широкие бедра? Ты уверен? Неважно, да, это так и надо. И за это 200 рублей, за то, что бедро съехало, блядь. Да какую съехала, так и есть в мультике. Ты гандон, что ли? А, ладно, хорошо. Ну да, я гандон. Это из вселенной Стивена. Алло, Ека, ладно, я тебя прощаю, если ты отсюда уберешь армяней. Я не слышу тебя, нормально. Да почему нельзя просто нормально... Алло. Показать кикал постоянно. Чё говоришь? Парюрич, почему, когда счет надо показать, то сразу кал какой-то? Ну нормально, давай делай чё. Ты будешь показывать эмоции? Да. Угу. Алло. Ну-ну. Ну, алло. Что? Что? Алло, блядь! Вот, алло. Я ничего не слышу! Почему? Я не слышу. Так замуть его, блядь! Это инстамут! Я не могу его замутить, он бегает! П! Мистер Ека, блядь! П нажми! Русская Z! Сейчас я его ловлю. Сейчас я нажимаю Z, все нормально. Я уйду сейчас. Так. Почему? Да показывай, ёбаный козёл, блядь! Ну если бы мне мистер Ека. О, да, на тест. Удары, удары жесткие. Давай, удары. Давай. Ого, подожди, еще раз давай. Не, вот, на меня, на меня. Ай. Я тебя убью. Не, подожди, еще раз давай. Ах, блядь. Вот это хайповый, а ну еще покажи. Еще? Ну со всех удары? Сторон его просто прокинь. Ага. Блин, хайпово. Да, прикольный такой ногой апперкот, прикольно. Угу. Так, левитирующая стойка Боба Фетта. Ля, нихуя, ебать. Ебать. Не, ну это стайл реально. Да, прикольно, хайпово. Ага. Так, потом пошла Лига Легенд, это Эко. Опа. Подожди, а ты можешь скинчик поменять на эхо? Эхо? Да. Ну я бы полублок под ногу бы поставил. А зачем? А это летающее, типа? Это летающее, да. Ага, ага. Так, да. Так, это поза Ванды Манды, как какая-то из Марвел, я не знаю. Давай. Ой, какая поза, эмоция. Смотри. Давай. Нихуя. Прикольно, прикольно, да. Непонятно, но что-то прикольно. Ну типа кастует какую-то магическую ульту, да. Хайпово. Да, бля. Да писец, может... Мне кажется, слишком опасно. Кристаллом взорвут. Может на тест? Не-не-не, давай, да, дальше. Ладно. Да-да. Так, следующий... Ну это. Да. Ну да, это все раньше балансер, видели, поэтому балансер. Интересно. А-а-а. Это Коломана, это ваша. Да, 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 Коломана. Потом Джоджо Пол. Ура, Джоджо! Ля, нихуя. Да, стильно, мать. Стильно, да. Это Джолин? Нет, это из нового сезона Анасуи. Ладно. Потом пошел этот. Опа. Ну это такая просто микробоевая стоечка. Какая боевая, тот же Джорджо. Ну такая. Это Джорно? Это Джорно Джованна. Ага. Сейчас я подожди, я выбираю. Да-да-да.
Ага. А поза из культа Какахи есть? Культ Какахи? Ну, этот... Коломана уже была. Не, ну не Коломана, мы, если что, есть какие-то. Ой, все, давай. Давай. Поза Киры Йошикаге. Прикольно. Прикольно. Угу. Что происходит, алло? Генеральное бюро расследования, расходимся с крыши ФБР. Алло, ФБР, можете покануть их? Это спецэффекты на задний план, все хорошо. Это у нас так это... Да, подожди, а ну позируй так, чтобы ну видно было, что сзади происходит. Да-да-да, ага. Так-так. Типичный день в... Ладно. Ладно. Ну-ну. Так, следующая поза Sailor Moon. Что? Ну-ка. Опа. Это поза Sailor Mars. Я сам не знал, что оказывается есть Sailor Mars, Sailor Neptune какие-то. Sailor прикольно. Венера, да, mm-hmm. всякие такие. Да, потом да. Поза Sailor, как ее зовут-то? Меркурий. Хайповая, как будто писить хочешь. Почему эти поняшка стесняшка? Да-да-да, ты хочешь сами. Это называется недержание мочи, блядь. Да-да-да. А ты подписал ее как? Поза недержания мочи или как? Да-да. Тебе надо ее так подписать. Так, поза Sailor Moon. О, это хайп. Да там мне нравится. Она под все может подойти, реально. Хайпово, хайпово. Так. Поза черный. Кого? Черная мамба. Кто, блядь? Ты прервался. Кто-кто? Алло, чёрной... Чёрной вдовы. А, угу. Он умер опять. Всё. Всё. У него пусил. Всё. А, Хайпова ну, видимо, показал. Всё. Жёсткая реклама. Жёсткие эмоции. А, вот он, вот он. О. Милайн. Так чёрный что ты показать? Чёрный что? Черная вдова поза. Ага. Угу. Давай. Опа! Так это на Человека-паука похоже. О, бля. Черная вдова. Это на Человека-паука похоже. Че ты на мою попу смотришь? Ты себе жопу так гладит, мило. А бля, че, почему на мою попу смотрят? Стой, а вот, ну стой, отойдите от меня, наверное, чтобы просто сравнить. Да-да-да, надо бы сравнить, реально. Да, где мистер Яков? Вот, вот так вот, да, смотрите, вот, ну. Да, ну тут Милян ты схалявил, конечно. Какой схалявил? Да. Вы норм? Во-во-во-во-во-во. Ебать, Милян! Да хватит меня насиловать, вы задолбали уже! Охуеть. Это Человек-паук. Блять, и это 200 рублей. 5 метров дистанции и руки не жать. Ага. Так, следующая эмоция полет Супермена. Давай. О, это топовая эмоция вообще. Вау, а ну походи, походи. Ебать, ну, хайп, это очень круто. А на элитрах органы. Это как? А, блядь, на элитрах же она сбрасывается. На элитрах можно как-то, но если забагать. Mm. Я вспомнил мем, там, короче, младенец такой летает, и там надпись «Лечу на органы». Такая вот жесткая. Ага. Так, следующая эмоция, Рик и Морти, что? Давай. Хорошо, втонулся. Да. Нет, это где там они, опа. Вот а это. Что это? Я, не знаю, я такое не помню в Рик и Морти. Да, реально. А, пора швифтануться. Они там вместе с... А, ебать! Угу, угу, угу. Поют. Да-да-да. Да. 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 Так, следующая эмоция... Там еще надо типа на корточке да, еще садиться потом. Короче, эмоция Proclation Векны из Stranger Things. Очень странных дел. Ну ты это уже давно показывал. Да, это ты показывал. Да, посрать. Это в качестве сингла выходило. Не, там поломка сейчас будет произведена. Так это тоже было с поломкой. Mm. Не, я поломку не видел. А, да, нет, не было поломки. Не понял. А ну, Миляна, показывай. Mm. Покажи, как колени поломку. Ломают. Угу. Угу. Но это хайповая, реально. Все по зельку. Да хватит меня насиловать, ты задолбал. Хайп. Все. А дальше как в индийских фильмах. Капец. А он так будет лежать до конца? Бесконечно. Прикольно. Ну, пока ему не помогут. Прикольно. Ему хайпово. Уже не помочь. Уже нет. Ну, женщина, ну, пока тебе можно. Пока тебе. Он опять вылетел. Пиздец, блять.
Так, Милана. Милан, что еще есть? Да, а, мне интернет крашит, постоянно задолбали, блин. Полудурки куничные. Это что, атака, что ли, какая-то? Ну, Милана, еще. Писец, позы Genshin Impact. Давай. Ну, это правда. Смерть. Ну, там все 4 эмоции, ладно. Опа. О, это хайповенькая такая. Дилюк. Это стойка Дилюка. Возьми меч, возьми меч. И сразу вместе с позой есть его ультимари. О, покажи. Ой-ой-ой. О, слушай, а попробуй с косой. Да-да-да, ну-ка, с косой попробуй. Покажи, возьми косу. Сейчас, подожди, комбо, Милян, подожди, стой. Готов? Ну. Давай. Нормально, вовремя. Ну, давай еще раз. Вовремя. Сейчас. А если во вторую руку? Давай. А возьми во вторую руку. Вовремя. Нормально. Вовремя. Ну нормально. Во вторую руку. Не, на второй руке не говно полное. Ну хайп. Это мне подарок? Так, ну есть еще хайп. Так, да, Circle Battle. Чё, блядь? Albedo. Это тоже Genshin Impact. Подожди, стой. Нет. Это не то. Ну, короче, ясно. Нет. Схалявил еще на 200 рублей. Ты гандон или что? Я не понимаю, что... А вот если бы ты бесплатно дал, мы бы не засирали. Да. Опа. Так. А ты мечом типа въебал тогда? Нет, он просто рукой там делает вообще. Не, по-моему, мечом. Ну, можно и меч, да, поставить. Так, сейчас выбираем мод следующий. Давай, Миляна. Давай. Я не шарю а, за... А, давай, пока я выбираю эмоции, сижу, у меня будет микро включен, и тебе расскажу кое-что. Короче, рассказывать? У меня нет Алла. Выбора, давай уже. Короче, я около... неделю назад заказал плакат BTS. Себе на стену, и я сегодня повесил плакат BTS себе на стену. Я думал, ты что-то важное расскажешь. А как мама с папой к этому? А я могу тебе ВК скинуть, хочешь покажу? Да! Давай, там вообще... Это фанаты со мной сфоткались. Сейчас. Может, мы позы посмотрим? Я тебе скинул ВК, смотри, зацени. Там мега топ. А позы из Камасутры есть какие-нибудь еще? Из чего? Из Камасутры. Да, поз секса не хватало, поз секса. Да. Какие позы? Это секса. Просто А4 распечатанная. Мне нужна миссионерская поза и поза березка. Дальше, что? Меня, это не А4 распечатанный лист, этот лист стоил 300 рублей на Валберис. Блять. Тебя а наебали, ну-ну. Нет, я фанат BTS. Следующие эмоции смертоносная нога из интересный Street Fighter, наверное. О май гад. Прикольно. А, та девочка вот так ногами, да, у которой... Хайпово, да, хайпово, да. Тройнитый гандон, значит, я ему показал. Блядь. Милян, я знаешь, какую позу придумал? Какую? Если вот эту правую ногу вот прям вот вертикально расположить, чтобы ты как буква Т перевернутая стоял. Кого? Что? Ну нормально. Ну он сейчас вот ногу бьет, вот если эта нога еще вот прямо вверх. А, он хочет, чтобы эта нога прям в жопу. То есть нормально, не, короче, нормально. Типа шпагат. Я еще такой стою, такой трахаю. Ну показывай, блядь. Следующая эмоция Вай, Лига Легенд. Стойка. Вау. Прикольно. Ебать. А чё, подожди, а такая же вроде была. Нет. У бойца Баки покажи, какая там похожая. Нет, там другая совсем. Да, там скам на 200 рублей, ну-ну. Это вот бойца Баки. Да, жестко, конечно. Да какой, вы чё, офигели? Да, Милян, конечно, ты сгалтурил. Блядь, как вернуть деньги, нахуй? А, Бусин, что они тут делают? Мне пишут, эмоция с ногой украдена, твоя мать украдена с детдома. Да ладно. Эмоция Дарт Вейдера. Ух ты, блядь. Охуеть. Пиздец. Охуеть. Жестко. Ладно, на самом деле я все эмоции ворую с Fortnite, это просто так. Ладно. Так, еще. Стойка Джинкс. Что они тут делают? А, ну это из, тоже из Лиги Легенд. Подожди, стой, стой. Да, прикольно. Ну да. Сейчас. Ну да. Это похоже на стойку Дио. Стойка Зора. Алло. Да. Да. Да под...
Да почему мне вылез пишет, что эмоции краду? Да что за фигня? Гандоны. Если в Fortnite есть эта эмоция, это не значит, что пиздец, идиоты конченые, блин. Выпей чаю. Стойка Зора, блин. А ты в зубах можешь взять? Не, ну нормально. А ты, это Зоро из фильма, Зоро? Зоро это из One Piece. Это из One Piece. Ты мог другую позу его взять, где он так клинки втроем держит, как вот такие в разные стороны. Да, во рту клинок. Да, во рту сейчас сделаю меч. Не-не-не, он так как-то руки перекладывает так, что он что-то типа буквы Г когда делать, либо еще по-другому можно было. Я считаю, что тут тоже схалтурил, это просто Т-поза с опущенными руками. Да, и немножко. Но почему-то она дышит. А, ладно, точно. У вас куб в пространстве, куб не дышит, развитие. Так, поза. Да хватит меня насиловать, да хватит, боже мой, да хватит мне чебоксарить, вылез потом, не писать, потом, да потом, хватит, Карина. Ну ёма, ну можно эмоции хоть раз в жизни нормально показать, да ёб твою мать. Я сейчас пойду играть за Last of Us, иди в жопу. Не давите на Миляна, не давите, всё, дайте ему мне спейс. Ну, потом подавим. Поза Луфи из One Piece. Не, ну это, конечно, да. Что? Ну, Ека, ну уйди, ну пожалуйста, ну хватит в ванну залезать. Ека, уйди, Ека. Алло, ФБР, вы можете Еку убрать отсюда? Дезинтегрировать его. Прошмандовка кляксная. Это человек. Так, ну короче, Человека-паука, поза, хорошо. Шапокляк, блин. Это мое слово. Твое слово в гамне, блин. Гандоплес. Сам такой. Поза, как его, Оби-Ван. А возьми во вторую руку, пожалуйста, тоже что-то. Оби-Ван Кеноби. Возьми чай, который я тебе дал. Не, наоборот, наоборот. Поменяй местами, поменяй местами, поменяй местами. Вот, это прям плыл. Да, это хайп. Не, ну вот этот, это, конечно, наверное, ну, рублей 10 из пака стоит. Ну, первая нескалтуренная эмоция, так сказать. Да, да, да. Все, кристаллы ДСМ. Ага. Идиот ты конченый. Подожди, а ты можешь вот так вот взять эту позу и еще стрелковое оружие взять? Ладно, давай. Оно. Тут, да, вот этого еще можно тоже? Ух, от Натата я тебя люблю, спасибо большое. Гоженица. Да, а дай мне этот арбалет. Так у тебя был этот шприцемет? Нет, у меня нет. Что за бизнес? Ну ты же хочешь ванильный этот арбалет. Давай. Нет. Давай сейчас. Чё нет, говна пакет. Я хочу любой. Так, ну-ну. А в другую руку? А в правую меч, допустим, взять? Или трезубец? А, у тебя же за мода не показывается. Из тупого мода. А, когда арбалет заряжен, но ты на off animations отключен этот. Что предмет был в правой руке. А, понял. Ну тогда отдавай ему тебя. Нет. Поза Эвелин из Леги Легенд. А что, на что-то смотрит, типа? А возьми что-то просто в руку, типа, рассматриваешь. Хорошо, сейчас. Ну вот так нормально, вот так нормально. Ну да, я думаю, да, так в башке ковыряться нормально, блин. Ну да, все окей, я понял, да. Да. Так, следующий эмоушен, сейчас я их ищу. Так. Пиздец, блядь. Мэдзел, дай Миляну сам спейс. Но он точно выбрал вилку в глаз. Да почему нельзя нормально показывать, почему какие-то гандоны приходят и что-то постоянно руинят? Ну, у вас жизнь лично есть хотя бы? Ваша мама, ваш папа, у них есть работа, я не знаю. У меня нету. Потому что тебя мама на помойке нашла. Меня никто не доходил. Я Маугли. Ага. Ага. На голову посмотри свою. Еще что есть, да? Опа. О, прикол. Вот это победа, типа. Это Street Fighter. Еще раз, подожди, ну, сейчас, подожди. Это Марио? Вот, это вторая, давай. Прикольно. Неплохо. Тебе надо это хайпово. Подходить, чтобы бить. Но она, в принципе, и как удар, и как яхау, бля! Миллион, давай, давай. Да. А, сейчас, подожди, сейчас я быстро покажу. Мне вот это вот нравится, как можно использовать. Полет Супермена, я же показывал, да? А ну. Смотри, как его можно использовать. А, за компить их или что? А, ну да. Блядь. Прикольно. Стой, давай я тебе постану раком, и ты мне в задницу улетишь.
Да, руки. Ему пизда. Это Велькетсо. Он вернется. Велькетсо, это был ты? Изгнан из города. Это Ханоба. Чё? Это Ханоба, я видел. Давай его кикнем. Да писец. Так, ну-ну, давайте дальше свои эмоции. Так он же из Крыма. Алло, ФБР, охрану оформите, блядь. Ну-ну. Так, следующий. Ну-ну. Ну-ну. Не ушел. Ну-ну. Эмоция, удар, миллион... Сейчас, как он? Мьёльниром, давай. Мьёльниром. О, хайп. Хайпово, реально. Короче, прыжок и переход в позу Человека-паука. Ну, наполовину с халтуриной. Ну-ка, попробуй косой, я хочу косой попробовать. Милян. Ты все косой, потому что попробуй, ну-ка, ну-ка, да, бля, косая — это охуенная вещь. Ай, бля! Ля, блять, охуенная эмоция, я теперь её буду использовать. Я его менталку выстреляю. Долбоёбы, блядь. Нормально, блядь. Ну все, я понял, Милейн, я понял. Да, забирайте бесплатно. Алло, так, блядь, моя коса. Следующая, последняя эмоция. Давай. О, что? Удар Dark Souls, там, с Вайхандером каким-то. Кого-кого нахуй? Меч. С Вайхандером меч такой. А дай косу. Ну прикольно, меч. Типа очень тяжелый какой-то удар, да? Прикольно, Милейн. Крутой ты. Да врёшь ты, блядь. Ютища пососал, алё. Ну все нормально? Да. Блядь, я же сейчас... А это, знаешь что? А вот ты знаешь имя каждого участника BTS? Ким На Джун, Ким Са Джун. А, тут даже, я думал... Кирилл. А. Оцени мою куртку. 10 на 10. Все, 10 на 10. Чонгук, Чимин, Пак Чимин. М? А где Авенит? В Украине.